Всем привет с полей Кореи, привет, мой дорогой зритель. Ну и что, по многочисленным просьбам, ну хотя какие там многочисленные просьбы, на днях мне один человек в комментариях написал: дружище, хватит нам уже показывай мне до travel брок по Корее, ты туда приехал на заработки, так что будь добр, показывай нам рабочие будни. Ну и, как говорится, слушаюсь и повинуюсь, мой господин. И сегодня будет ролик из вами так любимыми и ожидаемыми рабочие будни гастарбайтеры Южной Кореи. И начнем с мы небольшого видео из моего инстаграма. Да, кстати, еще кто не подписан, вот мой инстаграм. Начнем мы с небольшого видео. Ну и, конечно, смотрим. Ну и, как вы уже могли догадаться, сегодняшнее видео у нас снято со всеми любимым вертикальном формате. Ну, как говорится, не важно, как снято, а важно, что снято. И снято, я вам скажу, конечно, немного и сумбурно. Из двух недель облагораживания прилегающей территории солнечных батарей у меня получилось небольшое видео на 10 минут. В общем, смотрим. Сегодня вот такая вот развлекаловка. Стены мажем. Сейчас Жека покажет, как надо. Ну, берет снежок и все. И почти держится. Ляпота. Вот такая вот ляпота. Там еще какие-то работяги. Мои чудо-перчатки. Короче, что? Делаем, как обычно, залепу до первого дождя. В прямом смысле этого слова. Такой вот поле солнечных батарей. Это только на прямой. Плюс еще за ними вон там он весь склон усеян. Наша задача — забор построить. Ну что, сегодня работа творческая, да? Заборчик строим. Ну как строим? Делаем вид, что строим. Кто-то строит, а кто-то вот комплектующие собирает. Болт, две шляпы и гайка. И вот ведерко должно быть полное к концу рабочего дня. Ну, чемпионат по метанию сеток открыт. Итак, представитель из России Евгений. Ну, тут даже на бронзу не тянет. 7 за артистизм. 2 за результат. В прошлый раз у нас было метание сеток, теперь у нас высшая лига метания помов. К барьеру приглашается. Но это, конечно, фальстарт плюс дисквалификация за нарушение правил бросков пом. Судья возмущается. Смотрите, ему не имется, он уже у другого участника забирает инструмент и... Но вот это практически на золото. Ваши оценки? Вновь все судьи 5 баллов. Что-то пошло не так.
работники, мороженое они тут хомячат. А вот это наш забор. Ну, короче, как обычно, как бык насал, такой вот у нас забор ровный. Ничего, кореец говорит, вообще молодцы, все, поработали, можете спать. Ну что, вот рукав уже разворачивает свой. Сейчас приедет бочка с раствором, сюда будет подаваться. Ну а мы рукав вон туда вверх подадим, где забор. И будем потихоньку сверху начнем поливать, а мы граблями разравнивать. И в итоге надо еще вот этот ящик, который они тут 3 дня сооружали, залить. Зальем вот тут все полностью под уровень. И все. Вот наш инструмент на оставшийся день. Сапоги и грабли. Такой вот миксер уже 5-й пошел, но он только подъехал, сейчас будет заливать, и мы поедем в лес за грибами, за орехами. Корейцы там чудят что-то все. Тут и водила пришел, и не водила. Ну. Только в эту яму ушло. Ой. Поймешь сколько. Ну, чудят корейцы, мажут потихоньку. А сюда будем трупы непослушных работников скидывать. Что ты там, презерватив нашел? Нет, ладно, салфетка. Контекс, аэроплата. Контекс. Вот так и работаем сегодня. Ну, наши тут, наши сегодня приезжали, походу, опять. Помпа завелась, заливашка пошла. Главное вот сюда сейчас не провалиться. Здесь как раз где-то по пояс. Че, Жека, ныряй. Ну что, прошло у нас 1,5 дня. И вот что у нас у них получилось. Яма осталась. Это все потом разберется, поставится сетки железные. Ну вот сама дорога. Дорога в небеса. Ну, вроде неплохо так. Зацементировалось. Эти помы мы уберем. Там помы уберем. Ну вот. Вот такая работенка. Но мы здесь свою руку приложили только на треть. Остальное корейцы доделали. И опять очередные прелести арбайта. Вот у нас мастер молоточного дела. Все делает по-македонски, с двух рук. Сейчас поотбивает лишнее, потом опять будем заливать. Зато хангук медленно. Вот и сравнение, кто эффективнее работает. Русский или кореец. Давай, пали. Пи***лей дам. Короче, работники дня сегодняшнего. Ой. Кисуча пикчерю 5-го разряда. Ой. Ну это уже это, бог. Пока эти тут что-то нагребают, человек уже закончил свою дистанцию, сейчас пойдет вам помогать. Вот вы, конечно, тунеядцы. Короче, решили нам тут песочницу устроить с раствора, говорят, что поработайте чуть-чуть, парни. Танец маленьких лебедят. А как это ты так не попал? Танцуем, давим виноград. Ну вот, глаза боятся, руки делают. В принципе, до обеда треть сделали, даже чуть больше. Вон тут мизянят одни, вторые. Я тоже сегодня на калях сижу.
Вот самый главный у нас герой дня, друг Арзу. Потас еще тот. Говорят, на мусорам. Ну, Леха вообще. Лёха, во. Ой. Бись. Давай, пали, пали. Быстро. Да, 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 ты уже едешь. Как? Я стоят, а я работаю. Итак, все русские стоят. Вот так, нам побыстрее работать. А мы, короче, с сандуками работаем. А потом еще говорят, что-то русских на работу-то не берут. Не, ну так-то мы неплохо вроде идем по скорости. Меня бы не было, вообще бы еще наверху бы было. Скромность — это твое как бы качество такое козырное, да, самое? Это лучшее качество видеоблога. Это видеоблог. Давай, давай. Выше, выше, выше. Вот такое не знаю. И все застыло, все вроде нормально, такая вот дорога в небеса получилась. Ну а мы сегодня потихоньку, не торопясь, опалубку снимаем, так сказать, порошим, или как оно там правильно. Вот молоточек и потихоньку идем, деревяшки отбиваем. Пимы выбиваем, да и помы вытаскиваем. Полезным трудом. Ага. Ставил телефон. Сам себя снимает. Сам так, себе режиссер. Придумал. Я всегда беру с собой видеокамеру. Ну. Это видеоблог. Вот такая вот получилась нарезка моих рабочих будней. И да, наверное, надо пояснить, что за залеп уже мы все-таки делали в начале ролика. А это мы замазывали щели в опорной стены из цельных булдуганов. Приехала целая бочка конкрита, да, бетона, покрейн, ну, то бишь экскаватор нам это все развез по периметру стены. И мы не спеша с вот этими вот ручонками, давай замазывать стену, так говорится, делали цельную конструкцию. В итоге в конце еще прошлись влажными кисточками, и получилось очень даже неплохо, смотрибельно. Как говорится, наш работник из любой ситуации сделает конфетку. Ну и в конце, как обычно, будет небольшой пролет над полем солнечных батарей, точнее над этим объектом, где мы работали. Ну а с вами, как всегда, был канал «Привет с полей Кореи». Всем удачи, здоровья, счастья, конечно же, богатства. И пока, пока, пока.